Я ни разу такого не пробовал. Я не могу передать эти эмоции сейчас через камеру. Приходите на следующий кулинарный батл и пробуйте. Безнен бүгін штатта үзіп батыл деген кеше. Біз бүгін мұнда үш пышмақлар пішірдік. Біздің қонағымыз бірінші болып ауыз аша. Үйде, қора, нешік? Рахмат, рахмат. Несе айтасын? Изумительный. Темле. Темле? Моторлык, моторлык, ай, моторлык. Замечательно. Все, везде накрыто. А, все, поела, все было очень круто. Мне очень понравилось, и я в первый раз похожусь. В следующий раз я буду точно участвовать. Буген, без него язык батл деген кише. Буген. Куп кешеләр, әйтмейм инде, бөтенегез түгел, но куп кешеләр қатнаша. Мында біздің үстәлдә тарелки, вилки, тәлинкәләр, шәнешке, әйдәгіз күн тақтатар тілін білі, тағын нинди ризықлар бар. Әлбәттә біздің бүгін қатнашушылар тәмлі-тәмлі ризықлар алып келделер. Олар инде біздің үш пышмақ. Бәліш, пироглар, һәм гүбәдия. Қоя, Булат, күрдің мәлі гүбәдияны? Мен де көрмәдім аны, Никтер. Гүбәдия қоядыр тапты. Юқ, шо? Юқ, біз де бүгін бұл батылда қатнашабыз, һәм біз өзіміз бүгін мұнда штабта үш пышмақлар пішірді, һәм бәліш. Әйе, мұнда көп біздің қатнашушылар сізге тәмлі ризықларын мұнда үстелге алып келділер. Хәм тәмлі шай үстелінде біздің тәмлі ибірлер бола. Егітлер, қызлар да қатнашты. Добрый вечер, дорогие друзья! Меня зовут Нафиева Зарема Нурмановна. Я из диаспоры крымских татар. Вот, сейчас я нахожусь на кулинарном шоу в штабе татар. И хотела бы я сказать, мне здесь очень понравилось, очень интересная публика, оформление красивое, очень теплая, дружественная обстановка. Вот я все хожу, разглядываю, и я думаю, что мне захочется еще сюда прийти. И вы знаете, мне хочется пожелать в будущем году, знаете, вот пусть будет все так, как каждый человек себе напланировал. Пусть будет светло, тепло. Мне хочется, чтобы люди были добрее. Мне хочется, чтобы люди были, может быть, чище душой. Мне хочется, чтобы люди любили себя. К сожалению, мы живем в такой период времени, когда мы забываем о себе, а скорее всего думаем о работе, об окружающей среде. Но я так хочу, чтобы люди наконец-то обратили на себя внимание, полюбили себя. Я хочу, чтобы люди дарили себе сами себя. И тогда будет отдача. Вот что ты подаришь себе, то ты подаришь и другим. И вы знаете, это бумерангом к нам возвращается. Это так прекрасно, я говорю, а у меня мурашки. Вы знаете, любите. Я желаю всем прекрасного Нового года. Я надеюсь, что он будет намного интереснее, пусть с какими-то испытаниями, но все равно ловите каждую минуту, каждую секунду, и пусть каждый день радует вас своими новыми преображениями. Будьте счастливы, дорогие мои. Я вам шлю нотку любви.